16 июня в Крокус-Сити-Холле собрались ценители творчества великой певицы Людмилы Зыкиной. Концерт памяти начался с любимого артисткой исконно русского перезвона. Уже год, как этой легендарной женщины, нет с нами. Но в этот вечер под аплодисменты зала Людмила Георгиевна снова вышла на сцену. Этот трогательный взгляд и добрая улыбка, любимая миллионами россиян. И голос, пусть из динамиков, но он звучал так же до мурашек проникновенно. Родилась я в краю. О неподражаемой Людмиле Георгиевне звучали песни разных лет. Заслуженные артисты Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лариса Долина, Тамара Гверцители и молодые исполнители – все они не просто почитатели таланта Зыкиной. Они ее ученики в главной дисциплине – любви к музыке. Нужно петь сердцем, душой. Тогда все получится. Феномен Людмилы Зыкиной – это прежде всего ее чуткая русская душа. Она – женщина-эпоха, женщина России. Какие качества всегда вкладывали в это понятие, мы спросили у артистов за кулисами концертного зала. Она должна быть с исконно русским характером. А исконно русский характер, в общем, это прежде всего нежный, любящий, твердый, упорный. Женщина в России очень много на себя на самом деле возлагает. В марте 2010 года стартовал всероссийский национальный конкурс «Женщина России». Людмила Зыкина по праву могла бы стать его олицетворением. Этот конкурс направлен на повышение социального статуса и значимости женщин нашей страны. Он не только нужен, он обязателен. Мы знаем, что у нас в стране много проблем с демографией, поэтому я думаю, что каждый такой проект, он будет фокусировать внимание нашей общественности, и вообще не только общественности, но и простых людей, которые хотят, чтобы в стране было все прекрасно. Женщина и мать, хранительница домашнего очага, опора и поддержка для близких. Артисты уверены, проект «Женщина России» привлечет внимание к сфере семейных ценностей и материнства. Если бы подхватили в других странах такой проект, было бы совсем неплохо, потому что ничего подобного в социальном плане не существует. И я считаю, что такие программы обязательно нужны, что ценности семейные должны везде восхваляться и показаны эти примеры для молодежи. Обязательно, как бы в первую очередь сегодня это надо делать. Считаю, что это суперпроект вообще. Ну, я бы хотела, чтобы как можно больше женщин, во-первых, участвовало в таких конкурсах, потому что это нас организует, женщин, это нам придает какие-то силы, придает все-таки, как мы себя воспитываем быть женщинами, хозяйками и матерью, в первую очередь мать. Дорогие дамы, участвуйте в этом замечательном конкурсе «Женщины России». «Женщины России», участвуйте в этом замечательном проекте. Специально для конкурса «Женщины России». Вечер памяти Зыкиной прошел в атмосфере добра и тепла. Это счастье, что в нашей стране рождаются и живут такие прекрасные, талантливые женщины с большим сердцем. Они наделены особой мудростью и душевностью, которую и воспевала великая русская певица Людмила Георгиевна Зыкина.